Сооружения, проходившие по документам как лодочные ангары, в курортный сезон приносили своим владельцам неплохой доход. Год назад был завершен снос более 30 эллингов на территории береговой полосы в районе Малого Ахуна. Демонтаж происходил за счет средств, выделенных из федерального бюджета. Год ушел у судебных приставов на то, чтобы взыскать затраченные государством средства. На сегодняшний день задолженность в размере более 8 миллионов рублей взыскана в полном объеме, сообщает пресс-служба Краевого управления Федеральной службы судебных приставов.